профилактической акции «Засветись» сотрудники и воспитанники различных коллективов Центрального дворца культуры «Созвездие» подошли творчески. Совместно с инспекторами 2-го батальона 1-го полка ДПС «Северный» дети на площадке около входа во дворец провели флешмоб. Засветись – это та безопасность, которая необходима для детей. Это светоотражающие браслеты, какие-то детали на одежде, которые смогут предотвратить какие-то аварии из-за погодных условий каких-то или невнимательности водителя или пешехода. И мы вот этой акцией хотели привлечь внимание и детей, и родителей. На детях яркие жилеты и светящиеся браслеты – все для того, чтобы они были еще заметнее в рамках этого флешмоба. Однако эти дети прекрасно понимают, что, будучи пешеходами, они должны быть заметнее каждый день. Сейчас на вас жилеты. Яркие, заметные для всех. Но если снять жилет, вот посмотри, у тебя на комбинезоне есть вот такая полоска. Вот что это за полоска специальная, ты знаешь? Да. Что это такое? Это полоска «Засветись». То есть это светоотражающий элемент. А для чего он нужен? Чтобы было нас заметнее. Фары падают на эту полоску, и она светится. И зачем нужно, чтобы водители нас видели? Ну, чтобы было все хорошо и не было аварий. Для закрепления информации по светоотражающим элементам сотрудник 2-го батальона 1-го полка ДПС «Северный» раздал каждому юному участнику акции информационную листовку «Засветись», чтобы, придя домой, дети вместе с родителями еще раз поговорили на тему безопасности дорожного движения.